Давайте как поступим. Я главный врач. Поступим таким образом. Сейчас мы здесь максимально все компенсируем. У нас стоял вопрос по ноге, я просто его навещал в реанимации. Не в сознании был, я не знаю, не помню, наверное, мысль. Я отслеживаю, и как бы он у меня на контроле на своем стоял. Мы ногу сохранили, потому что по ноге тоже стоял этот вопрос. Максимально сделали, привлекали наших всех специалистов, профессоров, вытащили. По протезированию все это, если нужна будет моя помощь, какая необходима, я занимаюсь вопросами инвалидов, я депутат областной думы, занимаюсь вопросами инвалидов по Саратовской области. Я готов подключиться, если необходимо. Хорошо, спасибо. Сложно все было. Это не я, это врачи. Врачи и все. Большое спасибо. Самое главное, я всегда говорю, настрой. Я вот занимаюсь инвалидами с 2011 года. Много случаев разных видел и ситуаций. Все зависит от стержня и от настроя. И ваша поддержка в первую очередь нужна. Никаких печалей, настрой и только вперед. Что от нас надо будет? Здесь заместитель и заведующий все напрямую. Мой сотовый висит в каждом коридоре, в каждом отделении. Соцсетях, без вопросов, не стесняйтесь, обращайтесь. Смогу, помогу, не смогу, обманывать вот не буду, скажу, что это мое, это не мое, я смогу сделать это. По условиям все устраивает, все нормально. Все хорошо.